Привет, друзья! Мои любимые подписчики, зрители. Сегодня у нас такие волны. Мы хотели открыть сезон, но, к сожалению, зато цвет воды просто изумительный. Пойду сейчас поснимаю водичку рядом. Ну что, вода теплая? Хорошо. Помочь им ноги. Вот и солнышко скрылось, надо же. Мы пришли купаться на следующий день, надежде, что будет меньше волн. И наши надежды оправдались. Сегодня с вами будем купаться. Посмотрим, что изменилось с водой. Ну, вода чистая. Народа довольно мало, с одной стороны, но с другой довольно много. Лежаки еще не все расставлены. Сезон еще не начался. Завтра первый день и открытие сезона. В отличие от других мест, на пляжах Золотых Песков море глубокое и так и тянет поплавать. Сегодня немножко волны, но не такие, как были вчера, и сегодня мы полноценно с вами покупаемся. Море чистое, теплое. Жалко, что у меня нет градусника. В следующий раз обязательно померю температуру воды. Температуру воздуха мы уже померили, когда выходили купаться. Где-то около 30 в тени. Поэтому у нас наступило лето. И это радует. Ну что ж, наш сезон открыт. Впереди у нас целое лето. Ну а теперь я покажу вам, как выглядит пляж именно сегодня, 31 мая. Сегодня вот такие красивые тучки. Но очень жарко. Это совершенно не мешает купаться.
очень тепло. Посмотрите, какой удивительный цвет воды. Это так нетипично для Черного моря. Мне кажется, мы на Мальдивах. Хотя на Мальдивах мы еще не были. Наша прогулка закончилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, добра и мира!